добро пожаловать в наш фонд. Мы находимся на Васильевском острове, и здесь у нас, ну, практически вся наша жизнь. Книги, которые мы выпускаем и которые мы готовим для передачи в детские и образовательные учреждения, и высшие образовательные учреждения, здесь у нас работают и с переводами, и занимаемся изучением наследия Мекухамакая. Каждый у нас занят своим делом. Фонд имени Мекухамакая или Фонд сохранения этнокультурного наследия имени Мекухамакая имеет миссию сохранения традиций, уважения к культурам народов мира и продвижения гуманистических идей Мекухамакая. Вот когда был создан этот фонд, мы никогда не думали, что так много проектов подходит под эту миссию. Мы занимаемся международной деятельностью, проводя культурные и гуманитарные мероприятия, в первую очередь с Папуа Новой Гвинеей, там, где Мекухамакая в основном проводил исследования. Мы делаем культурные и образовательные проекты здесь, в России. Выставочные проекты, рассказывая об истории путешествий, начиная от Крузенштерна и заканчивая нашими последними экспедициями. Рассказывая, безусловно, об океане. В основном это то направление, чем мы занимаемся. Также мы помогаем непосредственно бизнесу начинать работу в этой стране, потому что, к сожалению, наши экономические связи не настолько сильно развиты. И не потому, что там нечего развивать, а просто потому, что мы мало знаем об этой стране и тех перспективах, которые там есть. Но и немаловажная задача, самая главная, я считаю, задача – это продвижение тех гуманистических принципов и идей, которые сейчас до сих пор актуальны. Мекухамакая не случайно в 1996 году был назван гражданином мира, ЮНЕСКО его назвало. Был назван именно потому, что его гуманистические идеи до сих пор актуальны. Я пригласил людей, которым стало интересно заниматься этим направлением. И вот мои коллеги, конечно же, помогают осуществлять нам все эти проекты. Они также увлеченные люди. Ну, я должен познакомить с моими коллегами, потому что вот Сергей, он занимается достаточно серьезной работой с переводами. У нас есть материалы архивные, которые хранятся только у нас, и требуется перевод на русский язык. Он занимается этим. Артем первый, молодой, самый молодой человек из России, который оказался со мной в экспедиции в Папуа Новой Гвинеи. Сейчас один из тех людей, который видел все своими глазами. Это бесценный опыт. Ну и Евгения, она занимается тем, что обеспечивает работу офиса и работу в проектах. Помимо того, что у нас работает команда в офисе, у нас много людей, которые работают дистанционно и удаленно. Конечно, только лишь благодаря этой команде большой мы можем делать такие большие, великие дела, потому что охват и наших проектов – это уже не тысячная аудитория, это уже миллионная аудитория, и не только в России, а по всему миру. Мы реализовали достаточно много проектов. Я просто перечислю, в какой области. Мы сняли ряд документальных фильмов. Это касается и наследия Мекухамакая, и касается и путешествий, научно-исследовательских экспедиций. Мы провели и проводим, и сделали новые экспедиции, которые позволили сохранить и возродить исследования в океане. Ну, в первую очередь, в Новой Гвинее, конечно же. Мы делаем гуманитарные мероприятия, позволяющие стать основой для развития экономических отношений. Мы провели даже Дни российской культуры в Папуа Новой Гвинее. Впервые за большой период времени. А в том году, в 2019 году, открыли российский кабинет. Так вот, этот российский кабинет – это первое. Российская точка, где можно узнать о России, о культуре и о традициях. Это то, что очень интересно в Папуа Новой Гвинеи. А с 92 года было, к сожалению, закрыто посольство, и поэтому посол наш находится дистанционно, не на самой территории Папуа Новой Гвинеи. В этой связи это очень актуально. Мы точно так же сделали ряд проектов для школьников, для студентов. Один из проектов немаловажный – это возвращение русских географических названий на карту мира. Россия много сделала и в океане, и да и во всем мире. Так вот, только в океане 71 топоним был нанесен, начиная со времен Крузенштерна, первых экспедиций, и заканчивая даже современными экспедициями. Пока используется только 8 из 71 названия. Но те 71 топоним – это мировая история. Ну, мы смогли воплотить и мечту Мекухамакая, когда-то он хотел привезти Папуа Новой Гвинеи сюда. В 2018 году первая делегация, это преподаватели, ученые из города Порт-Морсби и Маданг, посетили Москву и Санкт-Петербург. Они посмотрели достопримечательности и получили огромное количество впечатлений. Они увидели и Исаакий, они выстрелили из пушки Петропавловки в полуденный выстрел. Они посетили и погуляли по улочкам Санкт-Петербурга. Мы зашли даже в Пышечную, историческое место около ДЛТ, в Дом книги. Мы посмотрели очень много мест в Петербурге и попробовали даже нашу санкт-петербургскую кухню. Именно петербургскую.
было очень интересно. А в Москве мы увидели Красную площадь. Потрогали брусчатку, как они сказали. Попробовали мороженое прямо зимой. Они были удивлены, что мы едим мороженое зимой. И потрясающе еще и то, что, прогуливаясь по улице, они увидели портрет Михаила Маклая. Откровенно сказать, мы подготовили ряд выставок в тот период, когда они посещали Россию. И для них, конечно же, образ Михаила Маклая был практически везде. Мы сделали выставки, даже когда они уезжали, на вокзале, связанные с Михаилом Маклаем. Мы сделали это на Арбате. Такие же выставки они увидели в Санкт-Петербурге. И, конечно, они увидели, что Михаил Маклай очень ценит не только в Папуа Новой Гвинее, а и в России. И в России очень хорошо его знают и знают о Папуа Новой Гвинее. Конечно, мы смогли развенчать мифы о России. Потому что, когда ты видишь все своими глазами, когда ты видишь людей, как они тебя встречают и общаешься, ты действительно понимаешь, что Россия – большая, великая страна с интереснейшей историей, которая помнит и историю Папуа Новой Гвинеи благодаря Михаилу Маклаю. Ну а мы, конечно, развенчали мифы о папуасах, потому что они, Папуа Новой Гвинейцы, действительно предстали перед нами очень образованными, интересными, хорошо говорящими на английском языке. Сейчас это высокоинтеллектуально образованные люди, которые обучаются в хороших университетах. На берегу Маклая очень хорошо хранят традиции. Я многому у них поучился, особенно когда говорил с потомком того папуаса, который встретил Михаила Маклая. Конечно, это легендарная встреча для меня. И для меня был важный вопрос, как они сохраняют традиции. Он сказал, что, вы знаете, мы сохраняем традиции, потому что наши дети живут вместе с нами. И потому что они видят, что мы делаем. И когда он сказал о том, что для нас важно, что когда человек приходит с добром, когда он интеллектуально развит, я услышал те вещи, которые являются ценностями для меня. Независимо, где мы, на берегу Маклая, где, может быть, нету каких-то технологий, которые нам кажется являются ценностью. Ценность в нас самих. И вот в этих людях есть эта ценность. Нам очень важно сохранять традиции, те, которые есть в России. Традиции исследований, традиции научных исследований. И не только в океане. Но на примере океане мы можем это возобновить, дать возрождение очень многим интересным инициативам, чтобы молодые люди знали и не боялись покорять вершины. Не боялись исследовать, не боялись чего-то нового. И действительно хотели служить своему отечеству. Во благо своего отечества, во благо науки и человечества. И, конечно же, хорошим примером для этого является Михаил Маклай.